Я, короче, не знаю, что снимать. Поэтому вы можете посмотреть, как отцом борется с лошадкой. И больше ничего. Наверное. Пока что. Лошадки больше нет живых. Это не обсуждается. Бум. Ой, как-то слишком сильно ударил лошадка. Ладно, это еще легко. Я и посильнее могу. Не спрашивайте, откуда у меня бензопила. И не спрашивайте, зачем. Нужна она. Вот нужна. Например, вот этот вот челик. У него из башки катана. Я пытался сделать нормальный мод у своего персонажа, которого я придумал. Но у меня ничего не вышло. Поэтому его надо разрубить, потому что он не сделан. Нет, я вообще-то нормальный. Ну что с твоей башкой вообще, вот скажи вот мне. Да все нормально с моей башкой. Нет, с тобой, с твоей башкой ничего не нормально. Все, парировало. Пошел, бежу. Еще плюс у меня появился котик. Не смейте убивать котиков, так как я. Еще тоже неудачная попытка сделать человека капкана. Персонажа моего тоже. Ну, короче, теперь я его называю птичка, потому что, смотрите, он на птичку похож. Это звуки бензопилы мап 3. Это так делаю звуки бензопилы, не удивляйтесь. И да, кстати, у него мясо прикольное на башке. Вот. Видите, такое черное. Ну еще можно порезать яблочко. Если у вас нет ножа, то можно. А может этот будет тут, а зачем нужна циркулярная пила? Ну давай. Ну циркулярная пила нужна с тобой резать, это понятно. Ну еще можно досочки поломать. А вот такая пила, она много для чего нужна. Она не такая бесполезная, как циркулярная. Ладно, я уберу пока что, я думаю. Плюс у меня сохранения появились. Например. Что-то пошел должен. Вот все. Например. Еще вот. Ну, он меня не порежет. Он может других порезать, но он меня. Это щелик, в принципе, ла. Он меня не порежет, потому что от меня искры. Потому что я бессмертен, как бы. Кто знает, тот поймет, а кто не знает, тот пришел нафиг. Знаете вот это вот? Эй, привет. Если бы я был смертным, то он бы меня порезал, я думаю. Знаешь, ты иди ко мне, ты мне нужен. Нифига себе нужен. В смысле, он там по идее не разговаривает. Я его делал где-то минут 15, по-моему. У него было 3 версии, кстати, у меня, потому что большинство версий не получилось. А куда он делся, ёкарный баб, неважно. Так, сейчас... О, отдельно, вот он. Прекрасно, только надо тут убрать. Я думаю, он вообще зашибенно будет выглядеть. Короче, сейчас мы его за жопу, за хвост возьмем. Если мы, кстати, потянем этот хвостик, то у него эта пила начнется. Допустим, так. Допустим. Чё? Это скоро будет заделан опенинг к моему... фильму, сериалу, как это называется, что ты пупсик. Ты будешь это. Ладно, кто не смотрел, тот не поймет. Я тоже не смотрел. О, фу. Что за звук? Ну, например, ты вот. Пацан не пила на всякий случай. Так, ну, птичка, нафига я ее засейвил, я не знаю.
Тут у меня есть птичка. Ну, например, человек капкан еще. Тоже персонаж. Бессмертный. И если он укусит вашу руку, то, короче, больше. Еще вот такое есть. Это как его зовут? Хануко его зовут. Японское имя, потому что я люблю японские имена. Короче, он чел, но катана. Опа, так нужно сделать. Тогда все вообще зашибенно будет. Да, он может кого угодно. Блин, а вот даже бессмертному тяжело оттуда выбраться, потому что он так и делает. А, ты кто? Челик с киркой. Ты челик с киркой и пистолетом. А ты кто? У тебя без башки катана, у тебя есть всего катана. Я чел. Я челик. О. Все. Да, конечно, он может резню устроить в прямом смысле, потому что он режет всех. Ножик еще. Пистолет. Нет, его держит рука эта. Все, теперь у меня есть пистик. Т. Кто знает, тот поймет, а кто не знает, тот пошел ты нафиг. Не спрашивайте, почему. Если вы не знаете это аниме, то вы не поймете большую часть этого ролика. Если честно. НЛО вот появилось у меня на днях. С пропеллером. Она не летает нифига, кстати. Он куда-то вот так она летает, как бы, да. Если бы там сидели пришельцы, то пришельцы бы в кашу превратились, я думаю. Ой, дождь идет, зачем я дождь включил, надо было дождь включать. А, ну я включил по приколу. А вот это вот я когда показывал, как приготовить яблочко по-ахмедовски. Кто не видел, обязательно посмотрите. И да, кстати, я вижу то, что меня смотрят довольно много людей. Очень много. У меня там под одним видео 178 просмотров. Я хочу попросить этих людей, если, конечно, они не ушли куда-то нафиг, могут ли они, ну, типа, подписаться, если захотят. Я буду стараться выкладывать ролики почаще. И буду вообще... Ну, если я не буду выкладывать ролики, то со мной, наверное, все хорошо. А может, и не все хорошо. Я не знаю, как там пойдет. Бля, зацените, как оно быстро стреляет. Оно быстрее минигана стреляет. Вот, например, как стреляет миниган? Смотрим. И, кстати, кастомное оружие я его сам делал. Так, вот как миниган стреляет. Смотрим. Видим, да? Давайте замедленно посмотрим. Ну, видим, да? Как бы. А как стреляет? Это бластер. Если вы не заметили разницы, ну как вы могли не заметить, то вот, стреляет миниган, стреляет бластер. Он просто одной струёй чисто. Стреляет чисто. Поэтому он очень опасен. Например, блин, бедный котик. О, офигеть, надо будет это где-нибудь использовать. Это неудачная попытка сделать безголового челика. Ну, что я могу сказать? Да ничего сказать на самом деле не могу. Я могу только подорвать все нафиг. Суперзлым каким-нибудь. Ну, еще кого-то чела могу сделать. Так можно что ли? Я не знал. Одновременно. Просто ханука. Тоже без смерти. А вот это вот он уже... Нет. О, кстати, это ранняя версия, совсем ранняя. Вторая версия. Это много пофиксил что-то. Первая версия, она вообще класс какой-то. Чисто. Вторая версия, ну такая, нормальная, покрепче. А третья версия, она максимально нормальная. Но если так сделать, то вообще зашибем. Потому что первую версию у него глаз просто слезал.
Это мне не нравилось, естественно. Я хотел, чтобы все по-нормальному было. Красивенько так. Это типа потому что глаз, я ему сделал категорию, то что он фрукт. И поэтому теперь из него льется такой сок белый. Чё? У меня взрыв мозгов. Вообще. Офигеть, белый. Белая фигня. Офигеть. Почему до этого никто не догадался, кроме меня? Может догадался, не знаю. Если, кстати, если на вас напал зомбик, вот, почти-то давай. Там может чуть. Его зомбик не укусит, потому что его не укусит его. Он чисто возьмет его и распилит. Этот наш товарищ. А если надо будет, он у вас распилит. Полетел. Все это я делал сам, если что, не умею скачать. Это тоже какой-то персонаж. Чего могу сказать? Да, ничего я не могу, в принципе, сказать. Кроме того, что добавили новый блок песочный. Теперь можно делать песок. Конец.